Премьера в эфире национального телевидения. Смотрите программу «Бумеранг» с Натальей Володиной. Гости студии – главный офтальмолог Минздрава развития Чувашии Дмитрий Арсютов и детский офтальмолог Светлана Никитина. Глаза – зеркало души. А являются ли они зеркалом организма? На этот вопрос ответят специалисты и расскажут, как выстроена работа офтальмологической службы республики, какие виды заболеваний лидируют в офтальмологии и как их профилировать. Смотрите на телеканале во вторник, 28 апреля в 21 час. Слушайте на национальном радио в среду, 29 апреля в 20 часов 30 минут.